долго качели. Обнимать. Ну хорошо, ведь нет. Всем привет! Привет, друзья! Вы на нашем канале Маришка Плей. Ребята, сегодня у нас мама вода, а папа огонь. И посмотрим, кто быстрее, кто лучше играет. Кто лучше играет, конечно же, папа огонь. Поехали. Нет, мама. Я буду болеть за маму. А чего не за меня? Ну, потому что она девочка, и она будет в команде вода. Хорошо, ребят, я против всех. Тогда мы сегодня с вами играем какой-то храм. Да. Это ледяной храм, ребята, третья часть. Зима, и поэтому мы все в шапках, но не в куртках. Я сейчас очень давно не играла. Валерий, помогай мне, пожалуйста. А я вижу, что ты никуда не попадаешь, мама. Подожди, я сейчас все сделаю. Так. Я помню, что я могу ходить по голубой водичке, потому что это моя вода. А я могу бегать по красной водичке, потому что это моя вода. И это лава. Да, это нажимаю вода, кнопочки. В красную воду мне ни в коем случае нельзя. Потому а что то тебе... Крышка, да. Я вот сейчас маме заморозил лед, чтобы она пробежала по моей воде. Мама, а то тебе кря. Кря, да. И мяу. Вот эта беленькая, видите, по ней очень тяжело шкарабкаться, шкрябаться. Кстати, не всем. В воде по этой штучке легко карабкаться. Вот мы уже допрыгали до своего... О, огню. Да. Все, мы проходим первый левел, это было очень несложно. Поехали, мы сегодня будем идти, ребята, по прямой. Да, чтобы дойти до самого... Видели этот уровень? Смотрите. А что делать? А я никуда не могу идти. А что нам делать? Я Валерий, не, что я мне не делать? Я не допрыгнул. Так, что мне делать, Валерий, рассказывай. Мама, спаси меня. Вот сюда. Где кнопочка для папы? Тебе нужно крутить внизу. Кнопочка для папы? Зеркало. Это там где-то. В другую сторону. Вот, да? Нет, я поворачиваю ее. В другую сторону. Куда? Замораживай каток. Мне надо заморозить воду. Все, заморозь, короче. Все, я побежал, спасибо. Вот видите, я ему пустила лучик, замерзла вода, и папа смог пройти. Да. Ой, мама, ты в ямке чуть-чуть. Так, иди собери свой кристаллик красный, а я заберу синие кристаллики. А мы тут просто гуляем. Хорошо, поехали. Так, все. В принципе, мне не сложно уже. Я могу сейчас просто прыгнуть и прийти к своей двери. Вот смотри, как мама быстро по льду взбирается. Я по льду вообще взбираться не могу. Да какой же я быстро, ребята. Смотрите, как я ползу. Ты ползешь. Я вообще скользю, смотрите. Я... Нет, ребят, напишите, вот правда, такое ощущение, что папа так же самое скользит, как и я. Но он притворяется, что ему тяжелее. Я притворяюсь, ребята, вы слышали такое? Ну правда, но так же самое огонь идет сладенько. Ну я не могу допрыгнуть, ребята. Давай! Нет, допрыгивай сильнее. Да нет, это невозможно туда, так а как этот кристалл вообще тогда забрать? Надо вот на вот эту штучку запрыгнуть, да? Смотрите, вот сюда. Да как-то ж можно. Ребят, давайте поддержим папу. Есть, допрыгнул. Кстати, все, это побежали. Все благодаря вашим лайкам. Молодцы, вы поддержали поехали, папу. Поехали, спасибо, так, друзья. Так, по прямой идем. Так, ну что, ребят. Побежали. Самая так, главная ветка. Вау. Вау. Так, смотрим, что здесь надо сделать. Тут здесь ничего не надо делать. Тут надо собирать кристаллики и прийти в двери, мама. Все как обычно. Очень все... просто, мне кажется, здесь. Ля-ля-ля. Да, единственное. Мама, ты ползешь по снегу. А я не могу, ребята, не могу. Не могу. Что, вообще, ну вот вообще же... не могу. Ну ты же ползешь как-то. Нет? Вот добирайся туда. Нет? Что, вообще? Есть. Только перепрыгнуть могу. А если вот на вот эту? Мама, проходи. Спасибо. А как ты пройдешь тогда? Да он пролетит. А я ж скользю быстро. О, смотрите, как папа скользит. Смешно, огонь. Нажми. Да, я на коньках, у меня классно кататься, ребята. Кто любит кататься на коньках? Я. Нажимай на кнопку и скользи. Все. Все, это не сильно, кстати, сложный левел, ребят. Смотрите. Прискользи. Осторожно, моя вода. Я увидела. А вон моя вода сверху. А вот зеленая кнопочка. Я как сейчас... обычно застрял на льду, как всегда. Нажал, но мне надо быстро пробежать, пока дверь, наверное, не закрылась, да? Да. Быстро, 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 быстро. Нет, нет. Ну почему? Мам, давай еще раз. Мама, тебе еще раз, потому что только тебе там твоя вода, я туда не могу пойти. Вот именно. Видите, получается, я должна нажать. Это временно. И быстро, 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 быстро. Бегу, ребята, я скорее, 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 ну. Да, я сделала. Давайте, молодцы. Пятюню. Поехали. Мама, давай еще раз, я дала левой рукой пятюню. Ничего, сейчас мы пройдем еще один и дадим. Так, что дает кнопка, смотрите. А, опускает эти штуки. Это временная кнопка. И беги быстро, 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 быстро. Так. Подожди, дай, куда вот я могу добежать? Дашеньки. А теперь я. Нажимай ты кнопку. И ты бери мама, свой кристаллик. Быстрее! Валерий, спокойно. Быстрее, мама, это божественно. Подожди, а чего я пошла к тебе? Почему я кристалл не забрала? Не знаю. Откуда я знаю? Это ж ты играешь или кто?
Так, блин, верните меня, я хочу еще раз, я это, не тот кристалл хотела, видно, взять. Да, мама, ты всех запутала, короче, прекрати вот это делать. Ну все, я упала. А это было очень странно. Я же говорил, я лучше играю, ребята. Ну ладно тебе, давайте поможем, я тоже смогу. Вот, я просто про него забыла. Все, а теперь беги, жми кнопку, опускай меня. О, боже. И быстренько беги. Огонь, тебе тут целые пиры надо делать. Кого делать? Пиры. Огонь, ты просто ленивый. Да. Вот именно, давай прыгай. Мы тут тебе кнопочки нажимаем, а ты стоишь на лифте. Я вон уже, смотрите, где бегу, я сейчас вам буду ящики тут толкать. Хорошо, что даст ящик? Давайте подумаем. Ящик нужно спустить на вот эту вот, смотрите, у нас справа-слева... Папа, не отболчи, ты будешь долго. Качели. Здесь. Ну хорошо, пришли. Нет, лучше молчи. Так, ты будешь долго. Валерий, смотрите. Это же слишком. Если мы уроним этот квадрат, то он нам поможет. Огонь, только ты тут можешь пройти. Один квадрат нужно уронить на одну качелю, другой на другую. Они перевесят и поднимут маму на левую, до левого кристалла. Ага. Так, мы это делаем. Меня. То есть меня туда. Папа, ты меня заставил задуматься. Как это можно сделать? А ну давай. Давайте, знаете как, я нажму, вот видите, слева еще какая-то кнопка есть. Слева кнопка, это нам, которая открывает двери наши, вот этот лифт опустится. Да, белый, белый, вот эти. Хорошо, да. Что мне еще делать? Мне нужно туда. Тебе ничего не надо делать. Я сейчас заберу кристалл, пододвину ящик. И тебе мама, туда сейчас пока скину. Что ничего не надо делать. А как я заберу, ребят, вот тот кристаллик синенький, оставшийся? Я тебе расскажу. Вот, на. Я тебе все расскажу. Мы потом опять опустим это. Давай, я толкаю туда-сюда, толкай, правильно? Да, я побежал. Я свои все кристаллы собрал, только все, один твой. Все, ребят, я свой противовес сделала. Давай. Что дальше? Мама, нет, куда стой, ты? Стой. Куда? А куда мне надо было? Кристалл, ну, тебе нужно на лифт, во-первых, встать. Ну, где ты раньше была, там оставалась. На лифт тебе надо, мама. Иду. Да ей надо туда. Да, туда. Она спокойно, туда я уже пришла. Все, я встала. Все, стартуем. Это я такой, короче, ползу вверх, да, теперь? Да. Да. Теперь это... Ставь на кнопку. Коробочку забираю на и кнопочку. Ставлю на кнопочку. Да. Вот, я открыла нам белую дверцу, ребят. Да, а ты... как теперь? Я могу упасть теперь. Да не упасть. А, нет. Что мне дальше? Стоп, сейчас. Огонь. А как? А, нет, ты должен по воде пройти туда, нажать кнопку, она... Да-да-да, все правильно, все, сейчас мы сделаем. Все поняли, что Валерия рассказала? Нет. Валерия сказала, блин. Походу, никто ничего не понял. Вот то, что я вам говорила, вот, все. Пока Валерия вам рассказывала, мы с мамой все допрыгали уже. Ну да, это было логично, ребят, это был единственный способ мне туда добраться. Мама. Осталось только запрыгнуть. Прыгай лучше, мама. У меня по голове бьется эта штука, вы что, не видите? Мама, ты что, сегодня кашу мало ела? Да, ребята, я с ней еще не завтракала. Прыгучей жидкости мало ела. Ребята, уже ужина, мама не завтракала. Да, ребят, на самом деле мы просто ехали долго к бабушке на Новый год. Ехали мы 23 часа. Конечно, что вы знали? Я устала. Ребята, ну что, давайте посмотрим. А что ты не позавтракала? Вот огонь поел салатика. Я завтракала вчера вечером. Я проспала завтрак, ребят. Так, ладно, давайте дальше. Смотрим. Мама, если ты еще раз проспишь завтрак, то тебе... Я умру от голодного обморока. Мне нужно сейчас взять вот этот. И... Так, смотрите. Значит, нам надо сейчас допрыгать вверх. Огонь сейчас должен этот... Опускай. Давай, опускайся. Ну, ты ленивый огонь. Ты ленивый огонь. Пара, огонь поворачивает рычажок. Я уже всю карту пропрыгал два раза, ленивый, ребята. Это несправедливо, я не согласен. Огонь, ты ленивый. Ну, Валерий, огонь молодец, смотри, он все нам пооткрывал. Да не молодец он вообще. Ой, вы с одной кнопки на другую вообще прыгаете, ничего не делаете. А я еще и ленивый. Давай, да сюда ты ленивый, ты в тот раз вообще стоял, мы тебе все открывали. Сейчас я вас буду тут опускать. Давайте мне лучше да, кристаллик я заберу, и все, и пойдем уже на дверь. Да, и погнали на выход. Не опускай меня, не бросай меня. Пошутить нельзя прямо вообще. Ты что, обалдел? Так, спокойно, давайте сюда. Все, я возле двери. Петруля, и я возле двери. Ну, запрыгивай к двери. Ну что, давайте. Фу, побежали. И мне. Ай. Ребята. У меня рука болит. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому понравилось. И кто лучше справился, пишите, я или мама, кто лучше играет в огонь и вода? Я постараюсь лучше играть в следующий раз, у меня плохо получилось сегодня, но я давно не играла, ребят, но было очень интересно, на самом деле, мы давно уже забыли про огонь и вода. Еще бывает, знаете что? Что?
Ну что, ребят, остались уже считанные дни до Нового года. Так что встречаемся в следующей серии. Все, ребят. Мы вас всех очень любим. Всем пока-пока. Пока-пока. С наступающим Новым годом. Пока. Кролики.